выставка из цикла «Музейные редкости». Название ее «Христианство на Боспоре». Здесь представлены самые ранние христианские памятники. Христианство проникает на Боспор уже в конце III века нашей эры. И здесь представлен самый ранний экспонат, который известен в Северном Причерноморье, не только на Боспоре. Это надгробие Евтропия. На нем написана дата 601 год Боспорской эры. В переводе на нашу эру это 304 год. И здесь самое раннее надгробие еще и 5 века нашей эры, Абика, Евсевия Диакона. Здесь указан сан этого человека, церковнослужителя. И, конечно же, портретное изображение византийского императора Юстиниана I, под протекторатом которого Боспорское государство, все-таки Боспор, вернее, это не государство, а только город, приняло христианство уже, ну, конечно же, не в полной мере. Часть населения исповедовала язычество, часть уже была адептами нового вероучения, символы которого являются вот эти изображения левиафанов. Ну, это символ пребывания Ионы в чреве кита, символ борьбы света и тьмы, добра и зла, божественного и потусторонних сил. И здесь вот у нас и фрагмент строительной надписи, как раз вот с упоминанием титула Юстиниана I и с упоминанием какого-то трибуна Ангулата, отца этого города. Фрагмент найден на Тамане, недалеко от городища Фанагории. Вот замечательный экспонат тоже, мраморная колонна, где идут вот список имен боспорских жителей, и среди них некий Трофим Омар. Один из исследователей предполагает, что этот Омар обозначает мученика. Возможно, он принял мученическую смерть, вот, ну, как в процессе гонения на первых христиан. Но в нашей экспозиции представлены и другие греческие памятники тех греков, которые исповедовали христианство. Как правило, они содержат греческие имена. На них часто вырезаются буквы альфа и омега, первая и последняя буква греческого алфавита. Азм есть альфа и омега, начало и конец, так говорит Господь Вседержитель. В то же время пережитки язычества, они сказываются в упоминании, например, профессии человека. У нас есть надгробие Филоксена Меховщика, есть небольшая стела Никиана, младенца, то есть на какие-то вот обстоятельства жизни погребенных указывают надписи. Ну и изголовные плиты могильных, обклады могил. И, наконец, это замечательное, прекрасное надгробие Арсакия, в котором указана принадлежность его, религиозный христианин. Надгробие датировано VI веком нашей эры. Возможно, в VI веке не все еще жители Боспора знали, к какой религии, к какой вере относятся поклонники креста. Выставка замечательна тем, что здесь именно самые-самые ранние христианские памятники представлены, и наиболее полная подобная выставка, пожалуй, последнее время была только в стенах историко-археологического музея, но сейчас вот кирчане могут увидеть ее и в лапидарии.